Киносериал Бориса Хлебникова. Эксклюзивно на Старт. Именно в этот раз мы пытались с авторами сделать историю над какими-то социальными подробностями. Цена этой полученной жизни слишком высока. Моя героиня – это человек, который начинает с ужасом видеть в себе распад личности, который она не может остановить. История, которая рассказывает о сложном выборе человека, о том, как он меняется под давлением жизненных обстоятельств, как он делает выбор. Это фон для на самом деле, психологической драмы, которая там внутри скрыта. Он сокрушает все из-за любви к своей женщине. Он шторм. Ты что, бессмертный, Сереж? Первая серия – это только тизер истории. Все самое интересное впереди. Видеотеки «Старт» на Картина ТВ.